венгерских рапсодиях был по-настоящему даже симфонический размах. Дорогие друзья, мы уже вспоминали в программе нашего концерта сегодня Мстислава Ростроповича в связи с пьесами Юрия Шапорина, а сейчас мы вспомним его супругу Галину Павловну Вишневскую, потому что именно Галина Павловна Вишневская вместе со своим мужем впервые во второй половине 50-х годов в нашей стране, тогда еще в СССР, исполняли арию замечательного бразильского композитора середины 20 века Эйтора Вилла-Лобоса, которая сочинена в рамках его пятой бразильской бахианы специально как отображение, как подражание творчеству Баха, композитора из середины уже 20 века, бразильского композитора. И мы сейчас хотим вас накануне, на пороге буквально нашей русской зимы, мысленно, музыкально перенести в эту страну замечательную, южную страну, Бразилию, и послушать вот эту знаменитую арию, которая в оригинале написана Эйтором Вилла-Лобосом для сопрано и восьми виолончелей. Представьте себе вот такой уникальный в истории музыки ансамбль. А сейчас она прозвучит, эта ария, в авторской версии, специальной версии для виолончели и фортепиано. Итак, Вилла-Лобос, ария из бразильской бахианы.